холод мой дрожит, не дрожать не может. Нет, некуда спешить, некого. Никто мне в этом мире не поможет. Я простить, ну зачем же провожаешь? Ты хотел меня любить, так зачем часы сажаешь? Не хочу домой, не хочу скучать, как мне без тебя жить, моя мешает. Но лучше не кричи, лучше, а душа твоя любит продолжает. И все вместе. Скажи мне. Со своею. Что мне делать? Скажи мне, что? Что мне делать сегодня? Не слышу. Со своею любовью. Что мне делать сегодня? Скажи мне. Ручки выше! Скажи мне. Скажи мне. Конечно же, петь. И я хочу представить моего друга, диджея Винни, и его замечательное произведение. Дочь диджея Винни, аплодисменты. У меня еще есть, конечно, вопросы. Где же найти любовь? Где найти любовь? Где, где? Веселее, веселее, веселее! Где, где? Где, 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 где найти любовь? Где, 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 где найти любовь? Она, брат, и нет мне.
придешь, и исчезнут мои слезы, и сумасшедший летний дождь нам пропоет. Нет, ты не смог меня понять, и в моем небе снова грозы, и ночь холодным сладким сном будет обнимать. Где найти любовь, как понять себя? Где найти любовь, как не знаю я? Где найти любовь, кто ты для меня? Как поверить в жизнь, как понять тебя? Визитной карточкой, наверное, уже у меня. И по первым аккордам вы ее узнаете. Узнали?
летая в мире в пути, и даже во всем мире мне другой не найти. Эти облака неба, я лечу к тебе, ты должна дождаться, говорю тебе. Верить каждому слову, каждому вздоху снова, молчать о любви дорогой до скорого. Прости, но меня не отпустить, огонь как в первый раз не погасить. Разлука не напрасна, опять задержка рейса, одинокие лица, пиджаки и кейсы. Стираем чувства своих мобильных короткими сообщениями, гудками длинными, просто путь одной, моей той самой. Спрячь меня там, под небесами, бежим по взлетной, обгоняя облака. В режиме never sleep, спрят города, улыбка стюардессы, отстегните ремни, под рапу вниз к тебе, мон ами. Желтое такси, по прямой в центр, мотая километры счетчиком центр. Я готов быть честным, но не стану другим, идти до конца, быть твоим одним. Красивые прощания, минорные аккорды, и снова разлучит дорога в аэропорт. И снова манит меня. Опять же, дорога в аэропорт, а следующий у нас «Лети, лети». Давайте полетаем сегодня вместе. Ручки, ручки, нужники! Скоро личный самолет, набирая год, тебя увезет, и сомнений теплоход в помутнение вод. И вот, нет, ты не смотри назад, ты не смотри вперед, стой, где стоишь.
гости, которые приехали из далекого города Петербург. Всем известная группа Т9. Ребята приехали меня поздравить. Я буду очень рада вас ненадолго оставить с ними. А также мои помощники сегодня. Это ведущие русского радио Галя Корнева и Вадим Воронов. Здравствуйте, миллионы! Спасибо, что вы сегодня сделали правильный выбор. А Свете без вас, ну просто никак. Это правда. Это точно правда. Т9, ваши аплодисменты, друзья! Встречайте, Т9! Рады, что вы здесь. Привет, Москва Сити! Круто! Сегодня вообще эксклюзив для вас. Очень необычная вещь, которую мы редко исполняем. Но вы ее знаете. Играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь, не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных словах. Вдох, выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности заливах. Не боясь, не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных словах. Теплый дождь, пока притихло, умирает в земле. Я хочу к тебе, я лечу к тебе, и мое сердце бьется в такт с твоим отмеря. Нежными секундами ритм не молчи. Ты просто говори со мной. Дай крылья мне, дай силы взлететь над землей. Пустой покинуть мир, забыть пустые лица и вечно плыть по небу белой птицы. Лететь к тебе, лететь во сне, рисовать крыльями тебя на небо хвосте. Взлетать ради нас все выше до самых небес, и ради нас упасть камнем вниз. Ты любовь моя, ты печаль моя, и если вдруг исчезнешь, ты сойду с ума. Я, ты дорога мне, как первый лучик солнца весной. И я люблю тебя, я весь твой. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю тебя. Я весь твой. Ба-ба-ба-бау, ба-ба-ба-ба-ба-бау, 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 воу-воу, е. Играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности и заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Но выдох, и мы опять играем в любимых, пропадаем и тонем в нежности и заливах. Не боясь и не тая этих чувств сильных, ловим сладкие грезы на сказочных склонах. Да я знаю, твои глаза, как чистые воды Алтая. И я таю, смотря на них который раз. И я тону в глубинах твоих дивных глаз. Немного слез, грусти, немного печали. И дни летят за днями, как птицы над полями. Знаю вес годами, а затем десятками лет. А мы с тобой все так же вместе готовим обед. Жить без лет нельзя, да я и не хочу. И если что случится, то ты прижмешь плечу. Залечишь раны, радостью подменишь печаль. Дашь поцелуй мне, и светлость станет даль. Пройдет боль, и счастье утопит меня. Счастье быть с тобой, только тебя любя. И будут лететь годы, осушая воды, храня бережно нашей любви. Поздравляем!
тоже с этим событием в первую очередь. Любите, целуйтесь, встречайтесь и говорите друг другу самые честные, искренние слова вообще. Пусть все будет хорошо у вас. Все, спасибо вам. Пока. Пока. Мои друзья, теперь уже, думаю, ваши друзья. Спасибо вам огромное. Экономьте аплодисменты, потому что сегодня вы должны хлопать только-только ей очень-очень много. Аплодисменты всем нам тогда. И вам. Знаете, сейчас на эту сцену должна выйти Рукола. Я скажу о ней как о моем друге, о девочке, у которой хорошее, настоящее, прекрасное будущее, да? Говорите теперь вы. Рукола! Да я говорю Рукола. Нет Рукола. Нет Рукола. Привет. Рукола. Всем привет! Света, ты действительно мой друг, и знаешь, мне очень приятно сегодня находиться здесь, на этой сцене. Вот эти цветы тебе. Спасибо, спасибо тебе большое. Спасибо тебе за твои песни, и спасибо за то, что даришь всем нам свет. Это правда, да? Спасибо. Я думаю, что все будет замечательно у нас с тобой точно. И у тех, кто сегодня пришел на концерт тоже. Итак, Рукола! Встречайте! Незримая нить. Ты говоришь, что каждой ночью думаешь обо мне. Ты говоришь, но каждый день ты просыпаешься с ней. А я ведь верю слову каждому сказанному и новый день посвящаю тебе одному. Мое сердце болит. Ты говоришь, что нет души на этом свете родни. Ты говоришь, но каждый день ты просыпаешься с ней. А я ведь верю слову каждому сказанному и новый день посвящаю тебе одному. И жду, когда ты сделаешь что-нибудь, помолчишь, а ты все так же ее нового альбома «Сердце мое», и мы с огромным удовольствием уже приглашаем ее вновь на эту сцену. Ваши бурные продолжительные! Прерванная жизнь, откровения нет,
тебя разгадала по твоим грустным глазам. И я тебя не теряла, ты потерялся сам. Но сердце твое сжигает на свет. Тебя уже нет, меня уже нет, меня с тобой нет. Но сердце мое сгорая молчит. Что было, прошло, уже не болит. Совсем не болит. Мой, и путь мой млечный.
хотя потом пройдусь и соберу у всех цветы. Ладно, вам подойду. Хотя мне это сложно сделать, спасибо. Спасибо большое. Я вас тоже очень-очень люблю. Спасибо, Господи. Понимаете, что еще один букет, и я упаду. Спасибо. Так. Супер, это вы! Спасибо вам огромное. Я пока здесь сложу цветы. Вот, а я хочу продолжить. Новые песни эксклюзивно сегодня представляю. Мне она очень понравилась. Песня называется «Поздно». Thank you.
это не врачи, если честно, это танцоры. Что вы не подумали. Главное, что в следующий раз не на носилках вынесли. Спасибо вам огромное за то, что вы есть у меня. Спасибо, что пришли. Я просто хотела бы сейчас показать вам, как создаются песни, потому что все, что я делаю, я фактически делаю сама. И, конечно же, для вас, потому что ваши мысли, ваши чувства тоже в этих песнях. И я рада, что вам они нравятся. И сейчас я показываю, как пишутся песни, с чего все, собственно, начинается. Thank you.
кто там? Кто это? Это мы, твои друзья. Спасибо вам огромное, друзья, за то, что вы здесь. Потому что именно вы делаете сегодняшний вечер! Спасибо. И вообще, действительно приятно, что сегодня к Свете приходят только ее большие друзья. Вот сейчас должны на сцену выйти девчонки из группы «Рефлекс». Женя, Алена и Настя, группа «Рефлекс». Мы здесь собрались все ради прекрасного события. Мы очень рады за Свету, потому что, знаете, это такой отличный человек, и она так долго к этому шла. Давайте еще раз скажем ей спасибо за этот отличный день. И мы очень благодарны Свете, что именно благодаря нас могла собрать сегодня здесь столько замечательных, хороших людей. Мы продолжаем для всех тех, кто очень любит танцы. Поехали! Спасибо! Спасибо! И спасибо, что мы любим вас!
Я
Спасибо, Москва, большое! Спасибо огромное, я напишу точно скоро песню про Москву, про Лужники и, конечно же, про вас. Хотя, в принципе, песни про вас уже давно написаны, но я обещаю вам, что буду еще писать, писать и писать и писать. А сейчас песня «Синеглазые». Дельфины. Почему не слышно? Пришла нежданно, так наивно нам казалось, что лето вечно продолжалось. Как вести себя без лести, а нам хотелось быть всем вместе. Ты искал меня глазами, и рядом были мы часами. Сожму руками, а что же было между нами? Танцевали и шутили, а мы смеялись, мы любили. Поднимались горы выше, и были звезды только ближе. Синеглазые дельфины нас катали на спине. Замарилы ночи южные, пальцы тонкие и пальцы.
вращается сахарный песок. Слезы не вода, ложь твоя течет, как твоя река. Сколько ни ждала, время не идет. Все, что загадала я, все наоборот. Все, что загадала я, все, что загадала я. Шум трех баловых нить разорвана, блузка рановых рук об руку терлись спинами, уплыл я след за дельфинами. Я помою шторм, ты по берегу, развела судьба, и не верю я, отпусти меня, словно перышко, из ладони в ночь скрылась солнышко, сахарный песок. Слезы не вода, ложь твоя течет, как твоя река. Сколько ни ждала, времени идет. Все, что загадала я, все наоборот. Сахарный песок, слезы не вода, ложь твоя течет, как твоя река. Сколько ни ждала, времени идет. Все, что загадала я, все наоборот. Закрываю глаза, и снова ты. Я устала от слов, от пустоты. Надоел твой печальный, странный взгляд. Чем же ты виноват? Открываю дверь тихо. Без тебя я слышишь разговор прошлых дней, уходя. Но как же? Что сгорит не спеша в лаце, как же любовь, как же ее полет? Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь? И теперь вы. Не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Спасибо вам, вы поете даже лучше, чем я, и это очень здорово. А теперь... Знакомая вам песня. Не слышу. Закрываю глаза, и снова ты. Я устала от слов, от пустоты. Надоел твой печальный, странный взгляд. Чем же ты виноват? Открывай дверь тихо, гаснет свет. Без тебя не умру.
мало прошлых дней не заводи. Уходя, уходи. Но как же любовь, как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Что не видишь в душе моей печали, я больна не тобой. Разойдемся, как мой корабли. У меня теплота к тебе была, и я тебе не лгала. Но как же любовь, как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь, как же ее полет. Не говори, не говори, не говори, что пройдет, пройдет. Как же твои глаза, как же душа, что сгорит не спеша, как же любовь. Сейчас я бы хотела снова позвать на эту сцену моих старых, добрых друзей, которые поют по-английски. Догадайтесь, кто это? Группа «Плазма»! Добрый вечер, друзья! Нам очень-очень приятно, что вы сегодня пришли на этот концерт в таком количестве, пришли к Свете. У нее есть вот настоящая народная любовь. И почему? Потому что песни у нее добрые, светлые, красивые и абсолютно искренне. Поэтому нам очень-очень приятно, что мы сегодня здесь. Happy
Спасибо! Спасибо! Спасибо, Света! Мы тебя очень-очень любим! Группа Infinity почти готова выйти на эту сцену! Опять же, мои друзья! С юга! Группа Infinity! Где-где? Всем привет! Диджей Алекс! Скажи всем привет! Всем привет, Москва! Я не знаю, как тебя найти.
один ты такой на свете. Имя твое небо, имя мое ветер.
совсем. Ночь к звездам улетаешь, я теперь совсем не могу с душой остаться. Я теперь совсем не должна. Спасибо за теплые слова, за ваши улыбки, за ваше хорошее настроение, за ваш позитив. И поэтому мы будем продолжать. Вы не против? Ну тогда песня для мужчин. До свидания. Амиго. Могла вот так. Смуглые руки в джинсах.
никогда не говорите «до свидания», потому что, хотя «до свидания» — это значит «до следующего свидания», «прощай» надо говорить, а «до свидания» можно. А еще можно говорить, а может нет, а может быть, да, мне кажется, что я вас очень-очень, а может нет, а может быть и да, поем? Не слышу, поем? Лужники! Руськи, 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 руськи! Кто обещал не уставать? А здесь? Что было? Не помню, только я тебя и тебя. Если помню, старалась, любила, только я тебя и тебя. Не забыла, только я тебя и тебя. А может нет, а может да, а может это все слова. А может я, а может ю, а может я тебя люблю. А может нет, а может да, а может это все слова. А может я, а может ю, а может я тебя люблю. Сегодня тех людей, которые готовились к этому мероприятию, благодаря которым мы все здесь с вами. И, конечно же, мои ведущие мне помогут, да? Мы там задержались, сама понимаешь, на кого. Мы забыли кого-то. Пожалуйста, ваши громогласные. Конан, где ты, Конан? Теперь ты понимаешь, Свет, почему мы там задержались? Вот так вот. Брали автографы. Собственно, шоу-балет «Дункан», группа... Infinity! Аплодисменты, Таня Алексей! Спасибо большое! Группа «Плазма»! Группа «Плазма»! Ваши аплодисменты! Диджей Винни, если он остался, то, конечно же, выходи к нам! А также, Вадик, твоя любимая Руккола! Ваши аплодисменты, Руккола! Группа «Т9» просила извиниться, но уехала на концерт, но они, спасибо, были с нами! А также я бы хотела представить Галю Корневу! Вадима Воронова! Спасибо, а еще... слушайте русское радио! А еще я бы
бы хотела сказать спасибо огромное компании «Мистерии звука» Александр Скрастин. Александр Скрастин, поднимитесь, пожалуйста, к нам. Пожалуйста, аплодисменты этому замечательному святому человеку. Спасибо, которому благодаря состоялся этот концерт. Саша, а также ребята, которые мне помогали. Вадим Воробьев, мой менеджер, которого все знают. Вадик, иди сюда к нам, иди, иди. А моя Саша Никитина, ребята, которые меня гримировали. Выходите, выходите все-все-все, потому что следующую песню мы будем исполнять вместе. И, конечно же, я не могу не представить человека, который специально ради меня сегодня сюда приехал. Собственно, потому что есть она, есть я. Это моя мама. Мама, выйди, пожалуйста. Людмила Васильевна, моя мама, с табличкой «Артист» на руке. Вот это человек, собственно, который меня воспитал, который научил меня жить, любить и петь. Мамочка, спасибо тебе большое. Я тебя очень люблю. Спасибо. Спасибо, дорогая. Итак, а мы, конечно же, я еще забыла представить моих друзей. Это вы! Спасибо вам! И поем все вместе. Сюда-сюда-сюда идем. Маечка, Саша. Моя Александр Никитин. Идите сюда, ребят. Спасибо вам. Еще Сергей Мельник. И все-все-все, кто мне помогал. Ручки, ручки, ручки! Спасибо вам! Шумный ветер. Поем все вместе! Он как ночь по тротуару. Сейчас приду к тебе, лунный вечер. Ничего, что со мною происходит? Громче! Нет, некогда держать. Никто мне в этом мире не поможет. А теперь вместе! Сегодня, скажи мне, Таня, что? Что мне делать сегодня со своей любовью? Что мне делать сегодня? Скажи мне, что? Браво! Ручники! Что мне делать сегодня со своей любовью? Что мне делать сегодня? Скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне. И еще раз! Что? Не слышу! А здесь? Громче! Что мне делать сегодня со своей любовью? Что мне делать сегодня? Скажи мне! Браво! Ручки, 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 ручки! Не устаем! Ты не смог меня простить. Ну зачем же провожаешь? Ты хотел меня любить. Так зачем в такси сажаешь? Я не хочу домой, не хочу скучать. Как мне без тебя жить моя мешает? Но больше не кричи, лучше? А душа твоя любит продолжает. И все вместе, мужники! Скажи мне, со своею, что мне?
что мне делать со своей любовью? Что мне делать сегодня? Скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, скажи мне, что, что мне делать сегодня со своей любовью? Что мне делать сегодня? Скажи мне, что? Спасибо нам, спасибо вам всем. Пока! Как же твои глаза?
Плазма, Флекс, Инфинити, Кола, Денис Майданов. Просто в гости, потому что Юрий Чечерин, то есть это просто поддержать для меня. Очень много, моя мама приехала. Для меня это будет праздник, мама приезжает раз в 10 лет. В общем, сегодня крупный концерт для меня, да, который. Наверное, какой-то итог, плюс ко всему у меня вышел новый альбом «Сердце мое». Вот, собственно, поэтому и праздник. Праздник здесь, в Лужниках. А еще надо стоять там? Thank you.
Thank you.